Каково это быть президентом? Какие решения приходится приниматься? Главное, почему они именно такие? Владимир Путин находится у власти уже 20 лет и принимает эти решения каждый день. Как это происходит, можно узнать в новом информационном проекте. Без всякого Запада, без Востока. Мы сами с усами. Есть ли у президента двойник? Кто знал об отставке правительства? Есть ли шанс договориться с Зеленским? Как не получить за репост срок? С кем собираемся воевать и навсегда ли он с нами? В спецпроекте 20 вопросов Владимиру Путину подняли самые важные и острые темы. Впервые онлайн в формате видеоинтервью. Андрюш, дайте мне договорить. Смотрите с 20 февраля на всех площадках ТАСС.